Так. Она заставляет на тренировках приседать. Как называется, Паша, эта штука? Пистолетики. Ну, просто такая, да. Вот, приседать уже нормально. Поехали на Варгол, говорили они. Будет весело, говорили они. Вешаем 15-килограммовый фонарь на сломанную ветку. Да, конечно. И моя палка-ковырялка. Будет вообще бомба, поверь. Я повар от бога. Меня дядька учил. Не переживай. Я падала в костер, я осталась целая. Здорово. Для второй руки найдешь. Вот, держись. Вот же отдыхаловка. Отлично, давай еще чуть-чуть.
Алкоголь и спорт. У Димана совместим. Антоха, я тренер, нельзя этот контент. Этот контент нельзя снять. Давай.